Hi, всем, с вами Старко, и сегодня мы будем рассматривать новое обновление в Dimension DB3. Ну, что я могу сказать? Обновление не особо большое, всего лишь добавили одну единственную машину и поправили баги, фикчи, которые неизвестно, что они имели в виду. Это то, что было написано в Play Market. Добавили у нас вот такую вот машину, она четырехдверная, нет, двухдверная, ошибаюсь. Но, блин, она... большая, даже капот, как бы, посмотрите сами, он довольно большой, и можно хороший двигатель туда поставить. Ну, в принципе, я могу даже и прав быть, потому что смотрите, какой тут ассортимент двигателей. Вообще, тут стоял вот такой вот V8, говняный. Потом я купил на имеющиеся деньги V10, самый слабый 10 двигатель. А так тут только две десятки. И сейчас вот докупил вот этот вот. На V10 вот этом он почти 250 км сгонялся. Это нормально так. А на этом мы еще не проверяли. Ну, тут тоже особо ничего нету. Покрышки. Ну, больше у меня денег нету. Я банкрот в этой игре. Особо ничего к этой машине не было. Даже особых там дисков. Или как можно это сказать. Да очень без разницы. Вообще, по-моему, стояли, я не помню. То ли вот эти вот, которые сейчас сверху разблокированы. Вот эти вот. Сверху, справа. То ли... Я не знаю, короче. Мне на это все равно, я как бы не запоминал. Мне просто вот... Я на рандом вот так вот сделал. И подумал, и охуел то, что у меня прикольно получилось. Ну и посмотрите сами, как, на чем они держатся. Это что, на титане они вот так вот держатся. Особенно вот просто буду поражаться, если такой бирно мощный буду делать, они на вот этих вот четырех соплях будут держаться. Прикольно, прикольно, могу сказать. Ну, эта машина уже была, 99, это уже первая сотка пошла, точнее, уже в машине есть 100 машин, и можно поздравить игру с юбилеем и тому подобное, а дальше я не знаю, что будет. Может, такая же херня будет. Не, может, чуть-чуть меньше, а так без разницы. Ну, в принципе, давайте потестим ее. Что это за машинка? Может максимальную скорость развить. Ну, просто я посмотрел, она 15 декабря обновилась. Хотя, блядь, 17-го, 16-го смотрел, обновления нету. Может, на СНГ обновление просто пришло. Короче, она с места нормально трогалась. Кстати, я забыл сказать, то, что она на время подходит и для гонок, и для дерби. Был класс Б. В обоих случаях. Так, ну в принципе оно так нормально. Охуенительно она разгоняется. До 200-ки, блять. Не, давайте в обратную сторону поедем, потому что я не хочу по часовой. А то мало ли потом в лобовую стрельну и все. Потеряю свою скорость развивающуюся. Ну видите, то что я без нитро могу нормально на асфальт разгоняться. Это прям очень какой кайфовый плюс. Ну, за трассу лучше не езжать, а то, блядь, разнесет нахуй. А что если с нитрусиком? Не, ну тут максималку вряд ли можно развить. Ну, нет, здесь нельзя. Это, на какой? Можно на это развить? Да, на это давайте попробуем развить максималку. Ну, я сразу заморачиваться не буду, я с этой стороны буду начинать, потому что, ну, ехать туда, а потом обратно с горки возвращаться. Особого смысла не вижу. Поэтому отсюда вот уже начнем, как бы объедем круг, потому что я не хочу машину повреждать, а то мало ли, потом колесо, люфт появится. Как-то так. Ну, в принципе, она реально нормально гонит, что у нас кабина самая обычная, не близко, не далеко. Как-то так. Всего 5 передач и предел 260 около. Может 270. Ну, ничего тут особенного, даже 10-м двигателем нормально так увозит. Потому что, ну, какой вес, можно так сказать. Ну, в принципе, больше ничего тут особенного в этой машинке нету. Здесь тоже ничего, никаких обновлений нету. Все как-то вот так. Ну, я думаю, можно прощаться. Вот такой коротенький был ролик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.